Всем привет и поздравляю всех с Новым годом из города Лондона. Здесь, как вы видите, типичное английское жилище образца 16 века. Камин, резные потолки, резное дерево. Вот. Но, конечно, не студия Останкино, где я всегда себя чувствовал намного уютнее. Ich freue mich auf Eduardo Benato. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte. Chitarra Thank you.
così lontana eppure così moderna e così magica.
Дорогие друзья, поклонники программы «А», я очень рада, что вы наблюдаете в новогоднюю ночь нашу тусовку. Надеюсь, что эта байда вам понравится. Вот здесь все нормальные люди собрались. Да. Чуваки, как вот говорят. Да. Вот, надеюсь, что вас не будет смущать наш прикид. И вообще программа не лажовая, так скажем. Клевая программа. Вот. Ну вот весь набор музыкантский я выдала, а сейчас хочу сказать серьезно. Действительно, программа «А» — это начало для многих групп. И я очень рада, что и люди достаточно известные, типа меня, так скажем, тоже, значит, здесь обрели какое-то место. Но не только потому, что мое имя начинается на «А» и заканчивается на «А». Вот. Я бы хотела, чтобы в этой программе были имена, ну, на все, можно сказать, буквы алфавита. И пожелать этой программе новых идей, новых имен и новых удач. За программу «А» мы поднимаем эти бокалы. Вперед, друзья мои! С Новым годом! Что произошло?
тяжелый труд. Пора бы повзрослеть, пора. Пора! Любовь совсем не детская. Пора бы повзрослеть, пора.
С вами знаем, что Азия бывает не только на Востоке, но и на Западе. I
To pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your
klassische Musik in Peters Popshow. It's a magic symphony. Yeah.
Программа продолжается. Я без тебя не знаю.
пусть вам приснится аттракцион. Подул фиолетовый ветер, шевелящийся звон. Утро гуляет сову, асфальт полюбил траву, и вода говорит огню, ты сильней. Спите, пусть вам приснится мой телефон. На свой проездной билет запишите его. Вы что-то шептали во сне, пассажиры улыбались мне, наивно полагая, что я вас влюблю. Среди кирпичного надсада ночной кораблик, нелюдимый из Александровского сада. Ночной фонарик, негасимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых у ног прохожих. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою, над головой своих любимых, над головою, над головой своих любимых. Твой Новый год по темно-синей волне плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Thank you.
региона А. А Лондон, как известно, город контрастов, также город сюрпризов. Сегодня на нескольких рождественских вечеринках я абсолютно случайно, это было полнейшим сюрпризом для меня, встретил сначала Питера Габриэла, потом участников группы Depeche Mode. Все они, кстати, передавали вам большой привет. Еще один сюрприз ждет вас сию минуту. Я рад вам всем представить супругов Карен Крейг и Сева Новгородцева. Сева Новгородцев очень хорошо известен всем любителям музыки, ну или почти всем любителям музыки в Советском Союзе. И сейчас ему впервые представляется возможность предстать перед ними воочию. Я хотел бы обратиться с приветственным словом. Дорогие друзья, от имени всех четырех парторганизаций BBC, консервативной, либеристской, либеральной и социал-демократической, от имени двух профсоюзов наших, от имени многонационального коллектива BBC, наконец, от себя лично, хочу поздравить с Новым годом, пожелать всего самого лучшего. Надеюсь, ко мне присоединится и Карина Арчибальдовна, и Артем. Всего самого лучшего. Теперь у меня один короткий вопрос к Севе. Наши люди вас получают как бы частями, порциями. Сначала вот слышали только голос, теперь увидели и лицо тоже. Когда они, наконец, смогут повстречаться с вами лично на территории вашей исторической родины? Твердо я знать не могу. Я знаю, что в июне следующего года в Киеве будет британская выставка. И BBC, наше радиовещание, будет часть этой выставки. И мне уже начальство так прозрачно намекало, сказал, не хочешь ли поехать. Я пока им ничего не ответил, но вот возможность такая есть. Может быть, будущим летом что-то состоится. Но вы хотите поехать? Я не был дома 15 лет, у меня смешанные чувства. С одной стороны, конечно, интересно, но с другой стороны, знаете, иных уж нет, а те далече. Но я надеюсь, что вам понравится. О, мне нравится, конечно. Я же вас смотрю по телевидению. Первая передача у нас идет по спутнику. У нас на BBC стоит тарелка, и мы видим все, что передается в 6 часов вечера по-нашему, в 9 по-вашему. Смотрим «Взгляд», смотрим программу «А». Давеча захожу на BBC, ба, Артем в экране. Так что нам все видно издалека. Ну что ж, еще раз всех поздравляем с Новым годом, с новым десятилетием. И в заключение ансамбль Art of Noise и тема Peter Gunn. Пока, счастливо. До скорой встречи в Москве.
Peters Popshow geht so langsam dem Ende zu. Und für das Finale gibt es ein wunderschönes Liebeslied. Und ich darf dazu noch einmal begrüßen Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do. A kiss in the rain to the sunshine too. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. Не хочется прощаться, не хочется говорить «до свидания». Хочется еще раз пожелать всего самого наилучшего в новом году, с Новым годом. А, в принципе, нам можно попрощаться, но именно так, как должна прощаться с вами программа «А». Программа «А». Это намек. Нам пора присоединиться к вам. С добрым утром, с Новым годом.
Да, кстати, нас спрашивают все время, кто же поет нашу фирменную песенку программы А. Это не Сергей Минаев, это Александр Волощук. Пожалуйста. Вот пришел ты, черт, долгожданный мой час. Какой с восторженным волнением ожидаешь ты раз. Ведь я мечтаю каждый день, что под колено остал. И уже лопнуло терпение, уж так долго ждал. Но, боже, неужели этот миг настиг? И на экранах появился режиссер Вик. А я и задан отношусь на место в небеса. И там не утренняя почта, а программа А. Популярный телекарнавал. Я готов смотреть хоть до утра. А-а-а-а. Я б на свете Бога бы не звал, если б не любил программу А. Альманахаяться, но сауцион. Академический архив, Армагеддон. Авторитетный авангард, агент акцента аккорд. Ассоциация аспекта, абонемент облом. О боже, заплясала кругом голова. Как замороженный свершу заветные слова. И пусть заново тушит на место в небеса. И нет программы, время есть программа. Популярный телекарнавал. Я готов смотреть хоть до утра. Я в макете многого не знал, если не любил программу. А также хочется поблагодарить тех людей, которых не видно обычно в кадре. Инженеров, операторов на эфире, выпускающих редакторов, инженеров радиолинейных и спутниковых линий. С Новым годом! Я бы не любил программу.